находимся на площади Шахрисабз-Дагъли, в городе Ереван. Сзади меня древний армянский зодиак. И с этого вот мистического места я хочу поздравить с газетой «Нераскрытые преступления» с двухлетием. Пожелать всего хорошего, всех благ, новых достижений, триумфального счастья в этом огненно-педушинном году. И от моего имени и хочу присоединить поздравления и от имени Института патофизики Армении тоже.